Структура воды – это то, как организованы ее молекулы. Мы видим, как молекулы воды объединяются в группы. Эти группы называются кластерами. Ученые предположили, что именно кластеры являются своеобразными ячейками памяти, в которые вода, как на магнитофонную ленту, записывает все, что видит, слышит, ощущает. Так выглядит вода, нагретая в микроволновой печи. А это эффект от мобильного телефона. Этой воде сказали спасибо. Извини. Ты мне противен. Так выглядит музыка Баха.